Делегация Польши сегодня с рабочим визитом посетит Беларусь. Возглавит ее вице-премьер, министр развития и финансов Матеуш Моравецкий. Ожидается, что он примет участие в открытии Белорусско-Польского экономического форума «Добрососедство», а также возглавит польскую делегацию на заседании совместной комиссии по экономическому сотрудничеству. Кроме того, запланирован ряд официальных встреч с руководителями министерств и ведомств Беларуси. Польша – один из основных торговых партнеров нашей страны. В прошлом году двусторонний товарооборот составил почти 2 миллиарда долларов. Сегодня вступает в силу новый закон о занятости населения. Согласно документу, максимальный срок нахождения на учете по безработице сокращен до 1,5 лет. Повышена мотивация по поиску рабочего места. Если служба занятости выдает направление на трудоустройство, явиться к нанимателю необходимо в течение 2 рабочих дней и обязательно информировать госорганы о результатах поиска работы. При этом размеры пособия по безработице остались прежними – до 2 базовых величин. Сегодня отмечается День Организации Объединенных Наций в Лужицком парке. По этому случаю пройдет церемония посадки дерева, посвященная кампании «Инклюзивная Беларусь». Во Дворце Республики откроется выставка агентств ООН в Беларуси и пройдет концерт с участием послов доброй воли. Беларусь стояла у истоков создания международной организации и сегодня принимает активное участие в ее деятельности. Среди заметных инициатив нашей страны – борьба с торговлей людьми. Также Беларусь занимает активную позицию по вопросам разоружения и защиты прав человека.